когда создавался наш детский центр, была основная идея, чтобы в центре была какая-то отличительная черта для детей и их родителей. В нашем центре есть несколько развивающих зон. Это игровая, спортивная, и была идея создать темную сенсорную комнату. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Для того, чтобы в темной комнате детям не было страшно, мы решили использовать такое решение, как живая стена. Обратились в компанию «Погумакс», и ребята предоставили нам такую уникальную возможность. Как она из себя выглядит? Это проектор, который проецирует на стену с различными изображениями. Это могут быть изображения как по заданной тематике, допустим, на зимнюю, весеннюю, летнюю тему, так и просто анимационные различные дизайны. Мы это часто используем в своей работе. Каждый получает то, что хочет видеть. Допустим, когда идут групповые занятия мамы с ребенком, мамы получают эстетическое удовольствие, в большей степени отдыхают. Мы стараемся включать какие-то релаксирующие картинки, способствующие расслаблению родителя и успокаивающие, влияющие на ребенка. Когда у нас приходит на занятия группа более старшего возраста, детки 3-5 лет, то, соответственно, мы включаем различные развивающие видео, видео по тематикам. Программа позволяет добавить звук к видеоизображениям, надпись. Можно устроить дни рождения для ребенка, тем самым видеообращением со стены поздравить детей с днем рождения. То есть данная программа достаточно многофункциональна, тем самым очень удобна в использовании. Цветочки падают, да? Гриб и грибы. Нет, это не грибы, это яички пасхальные, наверное. Ой! Есть, покажи, где зайчик. Кролик. 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 Вот он. Вот он. Что хочется еще сказать о данной программе? То, что она абсолютно безопасна для глаз. С этой точки зрения, конечно, ей очень удобно и полезно пользоваться детям. Это не гаджет, не планшет, это не телевизор. Это проекция на обычную стену, и она совершенно не вредит здоровью наших маленьких посетителей. Поэтому мы, конечно, всегда рекомендуем, если есть такая возможность, детским центрам и садам использовать эту программу в обучающих целях, в развивающих целях, используя и весело проводить время детям и взрослым.